Несколько дней назад мне прислали видео с изнасилованием и с припиской «С тобой мы сделаем еще хуже». Бандеровская. Ты феминистская мразь. Таким, как ты, нужно вырезать матки. Хотя ты же лесбийская тварь. Вырезай, не вырезай, пофигу. Такая страшная, что даже пьяный бы ее не вырезал. Комментатор с первой секунды раздражает. Бьюти-блогер по ошибке попал на спорт. Надеюсь, у тебя никогда не будет детей. Ты не должна жить, ты мразь. Как жаль, что у вас нет настоящего друга, который вам скажет, что вы поете отвратительно. Открыла один пост про секс, открыла второй про сексуальность, открыла третий снова про секс. Тетенька, я сейчас задам один вопрос, только вы моей маме не говорите. У вас не дыр. Все женщины – это товар, а мы – потребители. Такая интересная тема и такой отвратительный репортаж. Просто, мадам, вы выбрали не ту профессию. Заблокируйте эту дуру, верните мужика ведущего. Сил нет смотреть, как умный текст изо рта бабы льется. Соня Гройсман. Как надоели евреи тянуть своих на ТВ. Бабу варите борщи, рожайте детей, заткнитесь. Чтоб ты сдохла, тупая штука. Судя по последним новостям, жить тебе осталось недолго. Ты, тупая. Ноги со стола убрала. Такая жирная, тебе бы сначала похудеть, а потом людям про что-то рассказывать.